Всем привет, ребята! С вами распаковочка упаковочки. Спасибо, что вы перешли на вторую часть. Если вы сделали это спонтанно и не видели нашу первую часть, то, пожалуйста, пройдите по ссылочке. Там я мало что рассказываю, показываю про саму вот эту вот подарочную посылку, да, но я рассказываю о том, как работает служба DPD в Твери, и рассказываю, как вообще я совершала этот заказ и что то сколько стоило. Если вам интересно, то пожалуйста. Если нет, то давайте просто разбираться, что здесь нам прислали. И первое, что мы здесь видим, это вот такие вот листовочки. Они мне пришли в двойном экземпляре. Не знаю, наверное, это для меня и для подружки, например, как обычно, знаете, высылали раньше, типа, вот, этот экземпляр для вас, а этот для вашей подруги. Ну, ребят, я вообще как в воду глядела. Смотрите, здесь предложение знакомства. Являясь клиенткой марки, вы можете стать ее посланницей и пригласить вашу подругу познакомиться с уникальным миром красоты доктора Пьер Рико. Благодарность за знакомство вас и вашу подругу ждут исключительные подарки на выбор. Тык-тык. В общем, вот эти вот подарки, да? Я, если честно, могу сказать, что особо не пользовалась вот этим вот всем. И не могу сказать, как бы хорошее это средство, нет. Мне что в Фраше, что в Пьер Рико, мало что подходит из уходовой косметики. И это я поняла намного позже, чем должна была понять. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот, и поэтому такие вещи я обычно заказываю на других сайтах. Вот, а то, что касается декоративной косметики или бальзамов для волос, то, конечно, можно и здесь что-нибудь приглядеть. Сначала пройдемся по этому каталогу. Почему-то он у меня нормально не отражается. Вот. И первое, что мы здесь видим, это культовое средство марки для ухода за декольте. Зона декольте и шеи. Вот что-что, а вот это вот средство, ребят, я, ну, пользовалась этим средством. И могу сказать, что у него очень красивая баночка, вот такая же, как в данном маленьком промо-журнальчике. Абсолютно такая же баночка. Она на ощупь очень приятная. Само средство в этой баночке тоже такое же, знаете, чуть-чуть блестящее, нежное, розовое. Оно вроде и не молочного цвета, и не блестящего, а что-то среднее. Пахнет тоже приятно, но честно, ребят, я никакого эффекта не получила. То есть я ждала его и не получила, короче. Я не знаю, почему вот пишут, что крем реально работает, отличный лифтинг и увлажнение. Но, может быть, увлажнение какое-то и есть, но вот по моему опыту я ничего такого не помню, чтобы он там что-то, как это называется, ну, в общем, лифтинга я не заметила. Вот, а так все так красиво. Я не знаю, оформление у доктора Пьер Рико мне так нравится. Я такое получаю эстетическое удовольствие от того, как они пакуют свои баночки вот эти вот. Это просто, ну, ни с чем не сравнимое, наверное, удовольствие. Хотя сколько разных марок, да, косметики, они все красиво стараются, ну, оформить свою продукцию. Вот. Здесь еще все время, вот сколько я у них не заказывала, да, это было, конечно, 150 лет назад, но все-таки они постоянно кладут вот этот вот конвертик. То есть, типа, отправляйте нам на обратный адрес наш письмо счастья. Вот так он крепится на такую штучку, не знаю, как ее объяснить. Типа жвачки такого, жвачного клея такого прикольного. Мне всегда нравились такие штуки. Вот, сейчас посмотрим, что у нас там внутри еще ожидает в этой промо-акции. А, кстати, да, я никогда не заказывала. У них же это как каталог идет, наверное, как в подобных всех случаях, ну, во всех таких подобных фирмах такие штуки есть. Вот, видите, номер первого, что ли, да, первого заказа подруги. Вот, я в них, честно, вообще ничего не понимаю, что куда вписывать, то есть там уже все проставлено, да, вроде понятно. Но как этот заказ сделать, вообще ничего не понимаю, ребят. Может быть, кто-то меня, конечно, просветит. Давным-давно на сайтах таких вот, где обсуждалась эта косметика, заказы,
Я специально посмотрела, сейчас этот сайт особо не функционирует, точнее, вообще не функционирует. Жалко, потому что там собирались девочки, которые писали, вот я заказала то-то, мне пришло то-то. Вот, очень жалко, потому что сайт такой милый был, прямо обсуждение там велось, не знаю, с какого года. Вот, а сейчас он, этот портал молчит, вот. И, конечно, грустненько, зашла я туда почитать, и нечего там уже читать, потому что можно только почитать такие старые вести. Там, не знаю, 2014, может, даже 2012 год. Вот. К чему я это все вообще рассказывала? К тому, что раньше там были крутые призы, крутые подарки. Вот. Сейчас же, что в Ифраше, что у Пьер Рико, стало очень мало подарков. Да, это так грустно. Нет, есть, конечно, остались подарки, но они такие небольшие, такие вот, ну как сказать. Вот. Если вам интересна сама марка, да, то вам все равно будет, какие они там подарки кладут и от какой суммы. Но если вам интересны подарки от фирмы, то вы еще 350 раз подумаете, заказывать там или не заказывать что-либо. Вот. Про тональники там, по-моему, тоже обсуждение было. Не на этом портале, а на вообще, ну, в отзывах, что типа кому-то подходит, кому-то не очень. Вот. Я еще не знаю. Я как-то брала пробники, точнее, мне приходили, но я не успела ими воспользоваться. И какие-то я, если честно, последний раз отсортировала. И не знаю, вот срок у них вышел уже или нет. Надо поглядеть еще раз. Ну и мы приблизились к последнему нашему подарку, точнее, страничке с подарками всякими. Это, конечно же, туалетная вода Ама Тоскана. Это я так ее на свой манер называю. Где-то я читала, что она произносится как Ам Тоскан или Ама Тоскан, как-то так вот. Но мне нравится на свой манер все-таки Ама Тоскана. Если я ничего не путаю, то Тоскана — это где-то, где находится Италия. По-моему, так. Вот, у меня есть такой аромат, но он у меня совершенно в другом. В старой версии флакона, очень красивом. Таком, знаете, в виде девушки. Это я уже только потом прочитала, что он в виде девушки. Я сначала не поняла, что там. Я думала, он в форме цветка или еще что-то. А там девушка лежит. И вот в такой форме флакон. А здесь просто флакон духов и больше ничего. Жалко, конечно. Ну, что поделаешь, у них, видите, разный дизайн бывает. А может, это вообще новый какой-нибудь парфюм? Может быть, я не поняла? Может, это новая версия какая-то? Ну что, девочки и мальчики, я очень долго опять говорила. Прошу прощения. Вот, и мы подобрались, наконец-то, к самой корзине. Уже не виртуальной, а такой прям настоящей. И вот то, что мне пришло, у меня даже Стас сказал такой: и это все и составило вот эти вот 2500 или сколько там? Я говорю, да, но там же не какие-то тяжелые вещи, там такие вот маленькие они будут, поэтому они легкие. Вот. Мы просто недавно забирали заказики вместе, шли, вот, и рассуждали на эту тему. Я так и сказала Стасу, я приду домой, посмотрю, по-моему, не 2500, ну и правильно, потому что, видите, все со скидкой было, и составило 2279 рублей, с промокодами, с подарками, с оплатой на сайте, вот, поэтому все было супер. Таким вот образом выглядит весь заказ, он действительно такой минималистический, можно так, я думаю, его назвать. Здесь много пробничков, что удивительно. Когда я делала заказ, у меня спросили, какие пробнички я хочу. И у меня был выбор из трех. И тут 5 пробничков. Это значит, что мне еще 2 подарили пробника. Это так здорово. Спасибо им большое. Вот этот синий мне подарили, который слева. И подарили зеленый. Да, потому что их я не заказывала. Это был очередной подарок от доктора Пьер Рико. Посмотрите, у них, по-моему, дизайн упаковки поменялся на лаках, и меньше стало количество теней. Хотя я не знаю, может быть, это какие-то другие тени, но те, которые я заказывала у них, вот те самые 150 лет назад, они были, по-моему, побольше у них граммовка была. Ну и упаковка, соответственно. Но вот про это средство для ног,
Тоже ходили легенды про то, что оно такое маленькое, такое маленькое. Оно действительно, ребят, очень маленькое, и я прям удивлена, потому что думала, что все-таки оно будет побольше. Вот. Это, видимо, и есть наш шагомер. Ту штуку, которая у меня была, которую покупал Стас, мы подарили Денису. Поэтому вот Денис пользуется, мне кажется, ему очень идет и очень нравится эта вещичка. И я подумала, взамен такой вещи хотя бы такую приобрести будет клево. Вот. Она, в принципе, простая. Надеюсь, что она будет нормально действовать. Мне, в принципе, ничего такого заоблачного не надо. Просто там, не знаю, калорий там, наверное, она не сосчитает. А может, и калорий сосчитает. Вот, время показывать, шаги мерить и, ну, там какие-нибудь зарядки делать. Вот, как там калории сжигаются. Ну, не знаю, короче, там три функции точно какие-то были. Вот, и, в принципе, меня это устроило. Я подумала, почему бы не выбрать именно этот подарок к заказу. Вот, здесь мы увидим знаменитые вот эти вот Елисейские поля. Тут написано, что сделано в Китае. Это значит, здесь расческа лежит, расчесочка, здесь шагомер. Ну, а все остальное я сейчас покажу. И раз уж я начинала показывать эти продукты, ну, показ продуктов, точнее, начинала я с этого крема. Ой, не крема, он, по-моему, сейчас скажу как. Гамаш, вот, гамаш. Смягчающий гамаш для ног, 50 миллилитров. То начну как бы с него. Мне так нравится, как бы вроде мелко, да, они пишут все время все вот эти вот описания, да, но мне так нравится, я люблю мелкий шрифт, поэтому мне так нравится сидеть над этим и разбирать, что же они там напечатали. Вот, ну, в общем, смотрите, он помещается в руку, да, он абсолютно маленький, вот как говорили, маленький, вот он таким и пришел. Ну, в принципе, посмотрим. Не так хочется понять, как правильно ухаживать за кожей стоп, что я уже была готова, видите, даже гамажик маленький вот этот приобрести. Но в первом видео мы выяснили, что в принципе заказ вышел, несмотря на дорогую стоимость продуктов, очень выгодный, потому что за каждое средство я где-то заплатила 250 рублей. Вот. Ребята, извините, я вас обманула. Обманула, сама того не зная. Точнее, считая все в уме, а сейчас проверила на калькуляторе, каждый товар составил 325 рублей. Знаете, относительно одних товаров это много, относительно других товаров очень даже ничего, потому что качество Пьер Рико, я сейчас говорю именно о декоративной части Пьер Рико, у него хорошее качество. Ну, это вот на мой такой взгляд. Вот, поэтому как бы там ни было не 250, а 325, но все равно, что есть, то есть. Вот. Как бы там ни было, все равно в части товаров, если в одних не слишком прям выгодно, то в других выгодно. Вот, например, гамаш, я пока не пробовала, конечно, не могу сказать, да, не так выгодно, да. Вот, а остальные, я так долго выбирала цвет, ребята, этих лаков. Вот. Все-таки наконец-то остановилась. Я думала, что лак, который слева находится, это какой-то там тюльпан, он будет чуть потемнее, но он оказался светлым. По крайней мере, камера мне сейчас таким цветом его передает. Вот. Что я хочу сказать, ребят, я сегодня очень-очень много говорю, но мне все-таки кажется, что я по делу говорю. Поэтому я думаю, что вторую часть я буду заканчивать, и придется нам с вами перейти на третью часть, чтобы увидеть все полностью. Потому что в этой части у меня не получится рассказать все до самого-самого конца. Вот, поэтому, если вам интересно, то, пожалуйста, я буду вас ждать там. А пока, если вам не сложно, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, и до скорых встреч, ребят!